спросить, осознал и прочее. Давай напрямую. Ты остановился в метре от черты, за которой предательство, так? Да, обратный билет оттуда не выдают. Ну, а если бы можно было? Если бы Гутмана не было, вот до какого момента ты бы свое колесико крутил? А? Трудно сказать. Жил как все, как самый заурядный человек. Даже жене не изменял. А машину копил. Ну-ну. Дальше-то что? А дальше, как говорится, красивая жизнь поманила. А тут Миша этот подвернулся. Да, шальные деньги понюхал. Смазливая девочка поцеловала, и все. Готов. Было дело. Кстати, дружок твой Миша Суликов. Давно на заметке числится. Выздоровел он, между прочим. Скоро будут судить. Гад он. Гад он, гад. А вот тебя ввел как маленького. А я сам на это напрашивался.